от главы города Юсупа Джамбековича. Он пожелал вам цена достигнуть, двигаться вперед к большим вершинам. От себя лично хотел бы поблагодарить всех учителей, всех родителей, директора школы и пожелать вам крепкого здоровья, всегда слушаться родителей, двигаться вперед. И, конечно же, отдельно хотел бы пожелать удачи, успехов нашим детишкам, первоклассникам. У вас такое хорошее начало в жизни. Дай Аллах, чтобы вы это начало прошли с поднятой головой. И, конечно же, терпения, удачи вашим прекрасным родителям. Мира, добра и благополучия. Всем ассаламу алейкум. Сегодня у нас последний звонок 27-й школе. Вот замечательный директор и гости. Вот я держу руку. Машалла, наши детишки. Прекрасные детишки. Так, кто еще? Кто еще? Вот еще кто-то придет у нас. Найти надо. Нет. О, прекрасные наши детишки, маленькие. Машалла, машалла. Эльдар Альмурзаевич, что скажете? Пожелаем 11 классу выпускникам хорошего нового пути, чтобы они были на специальном пути, чтобы все у них было хорошо. Амин. Учиться, учиться, учиться. Амин, амин. Вам спасибо, успехов, здоровья, всего самого лучшего. Эльдар, а вот и последний звонок, да? Да, да, да. О! Ай, дети, смотри, как наблюдают.